Привет всем, короче, я вернулся обратно сейчас с села Берли и хотел бы показать, как я катаюсь на моей машине. Короче, такой вот флаг поставил, русский флаг, с английскими номерами, и никто ничего не говорит. Ну, короче, хотел сегодня поговорить насчет этих украинцев, которые сидят, они вот в интернете, и все вот так вот кричат там «слава этому», «слава тому» и так далее. Большинство, как вы знаете, я вернулся с каникулы. Я ездил в Францию, в Испанию, в Португалию. И везде вот с такой вот шапкой гулял. Каждый раз куда-нибудь я выходил, носил вот такую шапку русскую. В чем прикол? Короче, наши там и россиян, и украинцев, там большинство я тоже встречал. Thank me. Do you have light? И знаете что, почти все украинцы, все русскоговорящие меня поздравляли. Там слава Путину, слава России, благодарим Российской Федерации и всяко так далее. И, большинство мужиков, женщин там и так далее. А что вот эти кряклы, которые сидят в интернете, вот так вот кричат там слава этому, слава тому и так далее. Ну и эти просто отморозки, как вам сказать. Они просто трусливые люди, у которых целочка так вот играет, и не хотят идти на фронт. Понимаете? Ну и так далее могу еще там рассказывать. И в Испании, которых встречал этих украинцев, они все сидели, с деньгами такие богатые, на хороших ресторантах. Пацаны, слава России, слава Российской Федерации, слава Путину, и Украина скоро, через год, ее вообще не будет на карте. Все, всем пока.